Больше всего меня вдохновляет моя бабушка. Моя бабушка Ильфа Ильясовна Джансугурова. Ей сейчас 85 лет, и на своем веку она повидала и сталинские репрессии, и Вторую мировую войну, и развал, естественно, Советского Союза. Моя бабушка прожила достаточно сложную жизнь. С самого раннего детства за ней было клеймо дочери врага народа. Всегда знала об истории своей бабушки, о том, что у нее был талант, что она хотела стать художником, и у нее это не получилось в силу обстоятельств. Вот. И я также, допустим, помню те рисунки, которые она делала и дарила мне. То есть она не стала профессиональным художником, но тем не менее она все равно рисовала. Как сейчас помню, я не знаю, какие-то небольшие рисунки, которые она мне дарила, когда мне было, не знаю, 5-6 лет, я их сохранила, и для меня это одни из самых дорогих подарков. Ее умение сказать рисунком, цветом какие-то очень глубокие эмоции и переживания оставили глубокое впечатление.